Неплохо. Но их тоже нормально. Not bad, так скажем. Ну, больной просто давишь. Привет. Нормально, пипа. Извини, да ладно. Постреляй под это лето. Зимой мне плохо. Поэтому мне, наверное, не нравится, спит не мышь. Но двойник тебя выдает. Я не грущу. Я на таком спокойном вайбе. Да, это да. Конечно. Привет, я не хочу. Хочу тут сидеть. А, Макс, это Макс. Hello. Не, ну никто, да кто ты такой? Я не понимаю, вот у нас должна быть веселая, спокойная атмосфера, а ты не седаешь, давишь на больное. Понятно. Вот. Ты же никакой вот не ставил, все. Только потом, потом в Телеграме мне пиши, типа, что я пошел. Не знаю. Ну все равно напиши бы сейчас тебе. Окей. На аккаунте Канси. У меня серо-голубые. Я не знаю. Ты что, мне хочешь цветочки подарить? Или сейчас? No, I'm from St. Petersburg. Да, это точно. А еще самое главное, ты помнишь, что если у тебя сегодня был плохой день, вообще нужно не думать об этом, просто лечь спать, потому что на следующий день будет лучше 100%. Это просто день такой. Я так хочу. Я последний раз цветы в марте видела эти. Ну, когда, собственно, вела тут эфиры. Thank you.
Of course. С днем рождения, а мы... А мальчик? Быстро завянут, а подарок я могу запись экрана сделать вообще, а потом в профиль и всегда любоваться этим подарком. Звезды, как говорится, реально. Yeah, it's true.